Сегодня большой праздник. Праздник для всех детей. Для детей, которые сильные, смелые, крепкие, красивые, умные. И вот, пользуясь случаем, я хочу от имени городского совета и примэрии города, от имени экономических агентов города и просто людей с большим сердцем и добрым поздравить наших деток. Сегодня прекрасный день. У нас очень много мероприятий праздничных. Пришли сюда аниматоры, поздравили деток, сделали им большой праздник. Много подарков, много сюрпризов. Кроме этого, примэрия города совместно с словацким посольством наконец-то уже осуществляют свой проект. И я думаю, что на этой неделе наши детки получат долгожданный транспорт, который сможет их возить туда, куда они захотят, в частности, и на новогодние какие-то представления. Ну, еще раз всех с праздничком и всего самого наилучшего. Нет, не готова, почти. Дорогие дети, поздравляю вас с этим праздничком. Хочу сказать, что для вас каждый день праздник. Сегодня он отличается только тем, что вас ждут много сюрпризов, как я поняла. Хочу пожелать вам всего самого-самого наилучшего, крепкого здоровья, успеха в учебе. И сегодня отдыхайте, веселитесь. От примэрии города вас ждет тоже небольшой подарочки, сюрприз, но это уже в конце мероприятия. Помахали ручкой маме, пусть на ужин нас не ждет. Мы в поход идем с друзьями, кто боится, не пойдет. Ручки, ручки, ножки, ножки. Побежали по дорожке, развернулись на опушке, почесали ручкой. Ручки. Кулачками и захлопали глазами. Мы на месте с кокварой. Ускоряем дружно шаг. Ручки, ручки, ножки, ножки. Побежали по дорожке, развернулись на опушке, почесали ручкой. Ручки! Наклонились на бочок, постучали по макушке, улыбнулись подружке, почесали чью-то спину и присели отдохнуть, распрямились как пружина, побежали снова в путь. Ручки, ручки, ножки, ножки. Побежали по дорожке, развернулись на опушке, почесали ручкой. Ушки! Отмечаем праздник для самых сильных, самых честных и прекрасных душей людей. Я хочу поздравить всех наших детей реабилитационного центра с этим праздником. Я хочу пожелать, чтобы они были сильны духом, чтобы им хватило терпения, им и ихним родителям, в деле оздоровления своих детей. Я хочу пожелать им, чтобы они были счастливы, чтобы они были честными, чтобы они были добрыми и верили в надежду, что все уйдет в прошлое. И их ждет очень хорошее будущее. Я желаю, чтобы они были востребованы, чтобы они нужны были людям,
чтобы не боялись никаких трудностей и чтобы они были счастливы. В добрый путь им всем и с праздничком! Членом волонтерского движения в городе Твардице. Мне и моим друзьям не безразлично то, что происходит у нас в городе. Поэтому мы явились инициаторами проведения данного праздника. Нам было очень весело и интересно провести, быть участниками этого праздника. Мы получили массу удовольствий, приятных эмоций. И мы надеемся, что в дальнейшем мы будем организовывать больше такого рода мероприятий. Это тебе. Куня Саша. Костюм будешь нести. Спасибо. Куня Саша и сразу на Андрея. Слава Костя. Слава Костя.